Добрый день, уважаемые мои друзья! Сегодня мы видим предмет. Он даже очень интересно виден в камеру. Шипилов Владимир Михайлович вчера нас встречал. Мы вчера снимали видео про плазменный парогенератор. А сегодня ответ Владимиру Михайловичу, что такое лента Мёбиуса в моем представлении и какие есть ошибки в данном предмете. Ну, я хотел бы это все показать. То есть лента Мёбиуса — это не одна плоскость, а множество плоскостей, как вы видите. Вот здесь вы видите, стоят линии. Они должны стоять под углом у ленты Мёбиуса. Под углом. И вот эта пластина, которая идет, вот эта пластина, она не параллельно должна идти этой плоскости, она тоже должна завиваться. То есть, в моем понятии, лента Мёбиуса — множество лучей. В результате это идет под углом. Под углом. И еще она заворачивается. То есть, если мы возьмем этот предмет в такой форме, то лента Мёбиуса должна превратиться в цветок жизни. Или еще другие вещи показывают. И в этом цветке жизни должно идти вот такое течение волн. Или вот такое. У меня это зафиксировано, я это все видел. Поэтому вам снял это видео и направляю. Лента Мёбиуса. Хотя нам показывают упрощенную ленту Мёбиуса. То есть там одна волна, а их должно быть много. Вы поняли? Хорошего дня!